человек, с любовью относящийся к миру в целом, любит очень многое, по-разному. Слушайте, какая чудная передача. Вот пешком по республике. Супер. Отзывы слышал, что очень хорошая передача, да, но говорят иногда, а почему, говорит, они не исследуют до конца, там, вот, говорит, марийское название, они пробежались так, говорит, надо было копнуть там, нашли бы столько историй, очень уникальных таких, и, но, тем не менее, конечно, это очень хорошая передача, познавательная, это мы рады, что... И уточнения эти тоже очень важны для будущих программ. Я тоже считаю, что мы можем куда-то вот ездить далеко-далеко, а при этом свою республику не знаем. Очень мало знаем. Ну, я много где бывал в нашей республике, но и все равно знаю, что существует масса мест очень интересных, красивых, о которых мы тоже не подозреваем. Что ж тут говорить о городе? А еще хотела я сказать вам... Мне очень нравится это по культуре вы показываете пешком по республике. Вот прямо сейчас и начнется. Я хочу поблагодарить. Вот, ну, смотрю, когда время есть. Я сам увлекся совсем недавно изучением собственного, так сказать, края, где живу. К своему стыду во многих местах не бывал. В замок Шереметьево попал только 3 года назад. И да. Сразу с постановкой. Да, 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 да. И сразу эта идея родилась, и слава богу, она воплотилась. И сегодня это у меня одно из самых любимейших мест, Юрьевский район, я обожаю его. Я обожаю Козьмодемьянск. Я люблю Новотарьяльскую сторону, потому что все корни мои там. Я люблю эти луга потрясающие. Я просто, знаете, я там отдыхаю душой. Хотелось бы, чтобы все жители знали, что у нас в республике, не уезжая куда-то далеко, можно провести... время и отдохнуть и в Кузьме, и в Кокшайске. Мне очень нравится вот эта передача, что это здорово, что вы придумали. И зимой пешком по республике очень интересно, и летние передачи там плывут по Волге, все. Вот, просто хочу от зрителей, наверное, всем зрителям, наверное, они пишут, звонят вам, что эта передача очень нравится. Спасибо. Скажем так, меня отец приучил, что... Пешком километров 20-30 в день – это нормально. За эту передачу вам отдельное спасибо. И ведущему низкий поклон, потому что так интересно. И вообще всей вот редакционной группе, потому что так интересно рассказывать, как они рассказывают и показывают. Это вот такой уровень. Я не знаю, вам надо ее на какую-то премию, наверное, выдвигать, передачу эту. Все было очень просто. Саша написал мне в социальных сетях о том, что у него есть такой проект, и предложил поучаствовать. И я сказал, что почему бы нет. Потому что эксперименты с такого рода песнями – это всегда интересно. Потому что там были задействованы совершенно разные стили и разные способы исполнения. Да? И мы попробовали, и я считаю, что у нас получилось очень неплохо. Потому что сам по себе текст был настолько интересен, он настолько образный, что ну, для меня это было честью участвовать в таком проекте. Так непосредственно, так живо, так интересно.